Что можете сказать по организации сборов? Все ли проходит нормально? Тренировочный процесс не срывается, это мы считаем, что это очень успешно проведенная работа. В принципе, все, что мы запланируем, проводится. Единственное, конечно, есть, погода вносит свои коррективы. Наши партнеры пытаются все сделать в соответствии с нашими требованиями. Потом как бы проблема, если даже и возникает, это мелкие проблемы, которые мы решаем в процессе работы оперативно, не вредя тренировочному процессу. Что касается тренировочных сборов, это наш второй сбор. Первый сбор, как вы знаете, проходил с 16 января по 2 февраля, на котором было проведено 3 товарищеских матча. В принципе, план весь подготовки, который был запланирован главным тренером, был выполнен. Что касается, сейчас у нас второй сбор, он у нас будет проходить с 8 февраля по 23 февраля, где запланированы 4 матча. Это Игодина из Сербии, Херсенс из Дании. Также у нас запланирована игра с Динамо Москвой, Динамо Москва, и с украинской командой Волынь-Луцк. Я могу, я хочу, я сделаю, я потащу.